Здравствуйте. Тайное оружие Антона Пустовита. Ставили колесо 1242, а самая маленькая звезда трет по раме. Мачетник, да. Бам, и все, и стартуешь на 3 минуты позже. Это какие-то боги, кантри, понимаешь, как они божественно ехали. Я вообще не ожидал, что ты, конечно, так хорошо проедешь. Да. Ну шо, будем кататься, я там малышню пригнали, придется теперь попахать. Переднее кольцо в цепучку, я в дерево и лезу. Да. Быстро поднялся, дальше снимаешь. Последнюю гоночку я провожу, больше уже не буду проводить. Всем пиздец. Так, мы приехали в город Кременчуг. Дэевские трейлы. Вторая гонка в этом году. Пацаны понастроили больше всяких приколов. Я в новичках не еду, я еду в экспертах из-за того, что я уже занял второе место тогда первый раз. И мне нельзя, только в экспертах. Поэтому будет 4 круга по 7 километров каждый круг с хорошим набором высоты, со всякими прыжками. Ну что ты участникам скажешь? Что им ожидать? Что им ожидать? Рыгайте. Всем пиздец. У нас же девиз трассы, нехай контрилы рыгают. Подъемчики все так же. Подъемчики новенькие, да, есть для элиты. То есть я тебя поздравляю. Пост Антохи Пустовита читал же, да? Ну вот этот, что классная трасса, там тра-та-та. Вот. 12 человек написали мне, сколько ты заплатил Пустовиту за такой пост. Было очень смешно. Дам ему мачетник, на гонку разрешу пользоваться без ограничений. Так его никто не догонит. Только если так он округлять кого-то будет. Его и так никто не догонит, а с мачетником так тем более. Я он не поеду тогда. Ну что ты смазываешь? Вова, макарончики? Да. Ну само собой. Только макарончики. Цельнозерновые? Цельнозерновые, смотри. Ну как, это спагетти. Паста. Паста пати. В 72-м году начал. Капец. Тренироваться велосипед. И на чем ездили? Ну, на шоссере, естественно. На ХВЗ, рама B550. С теми переключателями на раме, да? Да, да. Класс. Как же, все да. Удовольствия. Велокросс на таком же велосипед, только ставили, как мы ставили. Руль пряменький, да? И сзади, а какие передачи у нас были. На нее наваривалась с детского велосипеда звездочка на 28. Наточили, обтачивалась, и это уже кроссовый велосипед, в гору можно ехать. Самое... Не то, что сейчас, да, поставил 46 сковородку или 50, да, ну, и поехал. Вон у нас он сковородники, там, по 52, там. Приглашение для тех, кто не поедет в Киев на эту поляну, да, на лесовую. Лесовую песню. Хай приезжает в Сумскую область на Малу Рыбицу на гоночку, там хорошая Какого гоночка. Какого числа? 27 сентября, это через недельку. Угу. Отличная трасса, есть где позабавиться на всем. Байк-портале все есть, да, регистрация, все есть на байк-портале, да? Да, координаты. Отлично. Все есть адрес, по которому можно набраться. Трасса очень интересная, таких трасс нет в Украине. Ну и, наверное, уже не будет, потому что это последнюю гоночку я провожу, больше уже не буду проводить. Круг 4-400, набор, не пугайтесь, ребята, там 300, но дело в том, что работается там буквально 80 метров. Ага, все пуляется. Все пуляется, там называется подковы, там всякие вертолетики. Класс. Всякие. Нету никаких трамплинов, просто от класса гонщика появляются они в процессе езды. Если ты ездишь очень быстро, появляются трамплины. Какие люди? Выколоть ему глаз, он не узнал. А что, вы тут греетесь, да? Да, да, у нас тут костер. Ты что, кататься приехал? Да, именно покататься. Так, а теперь скажите этот... А фамилию? Сырых? Сырых, да. А, ну ты вверху еще. Имя? Павел. Сырых Павлов? 206, да? Да. Привет. Привет. У меня тогда было... О, здравствуйте. Здравствуйте, эксперты. Вы приехали покорять? Да. Всех.
И каждого. Привет. А я тут и был, это вы приехали. Не, я знаю. Понаехали тут. Он уже спер у меня шлем, короче. У Лехи пустили меня. Я подписан на вас. Не пустили меня, Пашка, в любители. Так я ж тебе давно говорил, что нельзя тебе в любителях. Будешь рыгать. То есть ты тоже согласен? Да, да. И его надо в эксперты сразу. Видишь, человек продумывает на три шага вперед. Не, парни, есть же вариант, можно стартовать в девочках. На старте достаешь, выкладываешь на верхнюю трубу рамы. Я думаю, мачетник, да. Бам, и все, и стартуешь на 3 минуты позже. Сколько ты раз это делал? Пока еще не было желающих, но я всегда предлагаю. Блин, а у меня на раме есть 2 полоски. Приезжайте на Киев, на Киевский тревел, да? Тут вам все услуги. Все уже нормально. ЛКУ выиграл, типа, да. Короче, у меня такая штука, поставили колесо 12-42, а самая маленькая звезда трет по раме. Поставили бустовое колесо, а оно стоит как надо. И у меня вопрос, как я ездил на 12-42 в втулках Trailmech 2 года. Ты не знаешь? Это магия! Как ты ездил на 142 втулке в раме 148? Да какая 148? Забивай, Келли стейдж 50. Я забиваю, он выбивает какие-то вайперы. Нормальные чуваки, типа Швидко, они приехали. Такие 100-500 килограмм, такие... Лазенко вообще тут... Приехал за 5 минут до финиша. Кому педали накрутить? На шатуны срезанные, да? Зато, когда ты читаешь отчет не победителя гонки, то ты думаешь, это какие-то боги кантри, понимаешь? Как они божественно ехали 60 км вниз, вверх вообще просто вылетели накатом. Паша, ну ты хоть готов? У меня колесо чужое, шлем чужой. К чему я готов вообще, блин? Ну, мне трусы хоть свои. Да, мне хоть бы доехать просто. Я просто буду ехать, чтобы вот просто доехать. Ты же в трусах? Нет. Показать? Нет, ну что вы, элита. Тычешь. Да какая элита? Элита велоспорта Украины. А я аматорского. Аматорского, махрового. Изи пацанчик. Какая элита? Нашел колесо? Не, уехало колесо куда-то. До сих пор без колеса. Ну что, будем кататься. Там малышню пригнали, придется теперь попахать. А они в экспертах, да? Да. Ух ты, елки. Это пустовит, наверное, пригнал? Да, я тебе больше скажу. Ой, елки. Вот я теперь дышу, я такой грустный теперь. Собирались просто потусить, покататься, теперь что-то тут не то. Что-то праздника не получится, да? Да, что-то, короче, бухать отменяется. 11-2? Ну, это без насоса и без дополнительных аэродинамических гипсов. А что так много? Чего? Весит. Это нормальный вес, в принципе. Ну, это боевой заряженный вес. На алюминиевых ободах. Это еще ДТшки обода. У меня когда стояли раньше другие обода, у меня там 11,5 было или 11,6. Это же не мой циклон, который 10 килограмм. Ну как? Готов? Жить можно. Можно. Жив цел орел. Орел, не клюй мои стропы. Давай, давай. Что так скучно? У меня вот что. Один изотоник и 2 геля. Ну, а у меня кофеиновый. Наверное, перед гонкой его ебану. Ну, уже в конце? Да не. Вот и обычный с этим пролитком. Когда? Через полчаса после его начала? Не знаю, может, в круге на втором. И это один круг 25 минут. Если минимум зайдет. Я просто не знаю, где их вообще есть. На подъеме разве что. Вот на прямой. После подъема выехал и хавай. Ты на ютубе давай! Ну что, как идет все? Все по плану? Да, все пока хорошо. Последний круг. Одна травма пока не страшная. Что, ну не знаю. Ну, все нормально. Все, пока все замечательно, да. Будем посмотреть, что будет дальше. Класс. Тайное оружие Антона Пустовита.
А ну покажи всем, что ты ешь такое тайное. Ну тренд, наркотик, ты же не знаешь, что ли? Ну тренд сделал новую продукцию. Булочка. Тут БЦА, лизин, магнетин, естественно, магний. И много быстрых углеводов. Нормально. Ну и немножко фруктозы. А там почему нету надписи Nutrient? Ну потому что они занесли. Так он должен выдавливаться. Надо ж. Ну, и можно и выдавить вот так вот. Нет, тут, кстати, есть немножко геля. Но я, наверное. С кофеином? Не, это получается вот это внутри гель, а это съедобная упаковка. То есть ты кушаешь еду вместе с упаковкой. Очень. Экологично. Скоро все начнут на таких ездить. Надо патентовать. Не, на таких только и надо. Нутрендовский уже запатентовал. Так нет, это Нутренд от Пустовита будет. Это 108-й? Нет. Финиш! Ну что, Катя, поздравляю. Это было неожиданно. Я вообще не ожидал, что ты, конечно, так хорошо проедешь. Да, очень не ожидал. Ну, соперницы позволили, разрешили выиграть. Тяжелая гонка, упорная борьба. Да, со спущенным колесом. А что с колесом? А, да, у меня там боковой порез. Джойс, он разъедает латку, которую я снутри подклеил. Капец. А это потом тебе колесо? Что за несправедливость? Почему там тоже три. Лом есть. Везде это слово подрастешь. Что больше 3000 оборотов тебя будет. Не, я уже пить хочу. 4, 3, 2, 1. Like a knife, make my way into your mind. Just to know what you knew. Restless every time we start locking eyes. Как гонка прошла? Клево, ехала очень, очень свежо.
Никогда так не ехалось, и даже до перелома так не ехалось, как сегодня. Можно сказать, восстановился? Ну, как, если говорить о реабилитации, то нет. Нога, езжу я лучше, чем хожу. У тебя ж до сих пор стоит. Хромота у меня по-прежнему и до сих пор стоит. А ее убирать? Убирать надо через год. Приду с рентгеном, и мне разрешат в этом году хотя бы пару болтов вынять. Вот там этапово, там не сразу полностью, там этапово все достается. Ну, а планы? Какие такие гонки? Нет, в этот год очень сложно. Планы хотелось бы, вообще глобальные планы, до карантина, до перелома было поехать на чемпионат мира по велокроссу. Класс. Да, а где он проходит? В Бельгии в середине января. Ну что вы, пацаны, скажете? Плылось нормально. Плылось нормально, ехалось, да. Нормально. Ехалось так себе, а бег не зашел. А что, бежал тоже? Бывало всякое. Какой приехал, знаешь? Четвертый. Четвертый. Ну, классное место, что. Как трасса? Ну, домашняя трасса. Прикольная. То есть ты ее хорошо прикатал, да? Да, как раз за счет техники. Раза три. Четвертый заехал. Отличная гонка. Супер, все классно, все круто. Куча классных катальцев, на которых можно посмотреть и с которыми можно посоревноваться. Мені теж сподобались всі, особливо ці обличчя, фейси, які вони чорні, в пилюці. Особливо ті хлопці, які з плечима не подратими, але в пилюці, на руках ссадна. Але вони їхали, сміялися і кажуть, що нам налить, підлить або добить. А ми кажемо, давайте ми просто вам нальємо воду. Зараз просто дуже сухі дні і особливо на початку там такая пылюка поднималась, когда стартовали. Да-да-да. Что через туман ехал? Надо было всех подбадривать, говорить, что добавили круг пятый. Все радовались. Там я разворачиваюсь, уже начинаю наваливать. Получается, переднее кольцо в цепучку, и я в дерево и лезу. Быстро поднялся дальше. Ты снимаешь. Ты что, упал? Два раза. Два раза? А какой приехал? Первый. И упал. И два раза упал. Я быстро просто подымал. Он просто выбрал неправильную категорию. Быстро падал, быстро. Ты уже научился просто падать, да? У меня даже выстегивается автоматически нога, когда падает. Ну поздравляю, молодец. Третье место, Шатов Александр. Второе место, Паша Кашуба. Все позади, я понял, да. Ну и первое место, я уже заспойлерил. Мальчик с надписью Giant на всех местах, которые доступны и которые недоступны, думаю, тоже там написано Giant. Антон Пустовик! Большое спасибо всем, кто приехал. Вы достойно гонялись, достойно участвовали. Какой ты приехал? Да, наверное, сзади меня. Да я шучу. Нет. Ты меня обогнал, когда у меня цепь спала. Ты опять 20. Я уже не смог догнать. Я тебя сделал. Чувак, ничего, что я сальто крутанул. Ладно, ты что, упал? А ты не знал или что? Ты же сзади ехал. Что, показать чушь? Снимай штаны. Приедем в тяжелую. Ну падать просто умею через плечо. Сгруппировался прям и поехал дальше. С высоты своего опыта, сколько я гонок поездил. Потенциал трассы есть. Тут немножко что-то подправить и будет шик.